Картина «Благодарность природе» написана в технике «Интуитивная графика с закрытыми глазами». Эти способности у меня появились после 25 лет духовных практик. Занятия йогой, цигун, даосские техники, треки по местам силы планеты. Процесс написания картины состоит из 4 этапов. Первое – желание отразить состояние, прочувствовать энергию, воспроизвести ресурс, заложить код в картину. Состояние может быть вдохновение, любви, удивление, восхищение. Энергия может быть энергия денег, изобилия, мужская, женская энергия. Ресурс на самоутверждение, на реализацию, на гармонию тела и разума. Код в картине – это успех в бизнесе, гармоничные взаимоотношения и многое, конечно, другое. На втором этапе происходит медитация на эту составляющую. На ресурс, код, энергию или состояние. На третьем этапе возникает процесс альфа-тета-состояния моего подсознания, когда это близко к состоянию полусна, полудрема, когда подсознание может все. И четвертый этап происходит перевод состояния в трансформационную картину. Картина «Благодарность природе» отражает осознание величия природы, красоты гор, рек, полей, растительности. Мы спим, а природа творит чудеса. Набухают бутоны, искрится роса, лучи солнца скользят по макушкам гор, созревает зерно. Глядя на эту картину, у вас могут выйти свои образы, мысли, состояния. Вы напитываетесь, проживаете свой момент истины. Все мои картины созданы в потоке абсолютной любви, что приносит только положительные результаты.